там пока. Я тоже. Я тоже. Вот ты тоже, да? Да. Again. Интересный у вас день сегодня получился, да? Да. Ну, сын сказал, так я okay. Еще... Мы, я только по телевизору видела, но живых итальянцев у нас я не видела. Даже, ну вот у вас ланки такие, а у нас, я даже, я люблю индийский кино смотреть, природа у вас очень красивая. Ему тоже наша природа. She liked too much Indian Indian movies. Yeah. Are taller than that people. Сколько тебе лет? How old? 20. Ну, тогда ты, как мой сын, как мой сын ты. А. Смотрите, давайте тоже катаемся. Я говорю, вообще не подумала, я бы не был красивый, какой свет бы не был, все не красивый. Ой, я такая... But we have too much for everything else. Снять туфли? Maybe it's better, maybe it's better go to television inside. Хорошо. Ребенок у нас маленький. Про нашу республику. Какая у нас республика? У нас республика хорошая. Что ему нужно знать вот о республике, как вы думаете? Чем вы занимаетесь? Я работаю инструктором. Вот с вами. Хорошая профессия. Уже окончили Видели его маленького? Это ребенок? Вот это его жена. Понятно. А сколько ему лет? Ему тут 7, наверное. Ну, он человек большой, ему 24. Я не знаю, что люди все они хорошие по своей сути, сами красивые они. Только иногда, наверное, в Башкирию, наверное, плохие люди не приедут. Чему вы занимаетесь здесь? Сельского хозяйства? Нет, давно сельское хозяйство есть. Сейчас наверное, слышали. Ездил, Индии на слонах ездил. Они на машинах у себя. Да, у вас не тоже. У вас есть, но никто не пробовали. Да, пробовали кухню блюдов. Блюда башкирской кухни. Кто тут? Надо посмотреть. Проверить. Ой. Все ему надо знать. Вот тоже вырастет, будет джигит, как и вы. Да. Ой. Только не сгласите меня тебе. 6 месяцев, да? Да, 6 месяцев, да. Симпатичный ребенок. Приметы. Вот у нас можно, чтобы не сглазить, чтобы не сглазить. У вас какие-нибудь приметы для детей есть у вас? Нет, у нас такая традиция, где хвалим. А вот вы сейчас этим и занимаетесь. Да. Симпатичный ребенок. Я еще другая, какая-то.
Tea, only milk in Bashkir. Спросите у них что-нибудь, спросите, вам интересно, смотрите, здесь... Giving tea to four countries? Да. Four countries. Спросите что-нибудь, что у вас интересно. India is hot country. Hot country, yes. Hot country. Hot country. Так, а где у нас Сандро? Сандро, ты где? А может, вам без нет, молока? Нет. Вообще не хотите? Я не хочу. А кто не хочет? Я хожу. Она. А вы хотите? Вы хотите. А у вас в семье коней или коров содержат? Да. А сколько? Сколько есть? Это не город, это село. Село, да. А где ваши коровы или... Ну, основное держат скотину в деревнях. Спасибо большое. Так, давайте вы здесь, знаете, скажите до свидания, мои хорошие. Здоровья вам. До свидания, мои хорошие. До свидания. Нет, я скажу вам, будьте здоровы. О, три раза. Я не христианка, у нас один. Хотели интервью записать? Да, интервью. Да. Я не знаю. Работает, дома, что-то пришло.